произошло, когда вы встретились с Такамото в последний раз? Он пытался сбыть поддельные реликвии периода Асука, а нормальных аргументов якудзы не признают. Но ты его отпустила. И теперь у нас с ним состоится важный разговор. Все сложилось как нельзя лучше. Лара, у меня звонок от Нисимуры. Он у себя в офисе, одновременной связи не выйдет. Бармен скажет, где его найти. Как всегда. Добрый вечер. Я полагаю, что Нисимура-сан ждет меня. А, леди Крофт. Он в своем офисе. Через холл позади вас. Я сообщу ему о вашем визите. Благодарю. Добро пожаловать, Лара. Тебе понравилась моя маленькая вечеринка? Я наслаждаюсь каждой минутой, Нисимура. Но когда приедет Такамото, мы можем доставить вам определенные неудобства, прошу прощения. Будь осторожна. Он становится опасным, когда его интересы пересекаются с твоими. Вы удивитесь, какой убедительной я могу быть даже с опасными людьми. Меня ты убедила. Я и сам могу быть опасным. Но, пожалуйста, отдохни, пока есть время. И удачи тебе. Покороче, мисс Крофт. Как вы понимаете, мое время дорого стоит. Конечно, Такамото-сан. Я ищу один предмет — обломок меча, находящийся в собственности университета Васеда, или находившийся, пока вы не украли его. Я не вор. И с вашей стороны было бы мудро воздержаться от подобных обвинений. В таком случае перейдем к переговорам. Я не представляю, о чем вы говорите. Разумеется, вы все понимаете. Просто назовите цену. Мисс Крофт, вы глухая? Я не знаю. Посмотрим. Вы будете умолять о пощаде, как в прошлый раз. Убейте ее! Убейте ее немедленно! Простейший этикет. Не приходить на вечеринку с пустыми руками. Несомненно, Такамото вернулся в свой пентхаус. Не иди за ним, Лара. Его люди будут ждать. Его приемная ловушка. Я знаю, что ты их любишь, но в данном случае это действительно плохой вариант. Если я не могу спуститься, я поднимусь. Как мне попасть на крышу? На крышу? Есть лифт. Осторожно. Наверху идет строительство. Лара, у меня плохое предчувствие. Поэтому мы должны решить проблему с другой стороны. А конкретно с крыши. Нисимура дал мне ключ от лифта. Я пошла. Thank you.
Странное место для мотоцикла. И какого красивого. Это просто преступление держать такой мотоцикл на крыше. За это Нисимура предъявит тебе счет. Что за вечеринка, если ничего не разбили? Видишь здание через дорогу? Это и есть резиденция Такамото. Он должен быть на верхнем этаже. Потребуется немного фантазии. Всего за 3 секунды. Осторожнее там! Внизу дороги намного лучше, чем наверху! Лара, ты с ума сошла! На этом мотоцикле не буду. Я слышу тебя, и это мне немного мешает. Прости, Лара. Умолкаем.
узнают о твоем присутствии. Мы увидим их одновременно. Нет выхода. Выход есть всегда, Зип. Ее никогда не интересовало телевидение. Она оказала им услугу. Может, теперь они займутся чтением книг? Лара, пожалуйста, будь осторожна. Какой чудесный вечер для прогулки. Ха, ты знаешь, что это значит. Я приму димингидринат. Thank you.
Я не боюсь высоты, Алистер. Зато у меня от нее кружится голова. То же самое я говорил ей в Боливии. Не хочу жаловаться, но мне нужно сосредоточиться, если вы не против. Ловушка? Да, будь осторожна. Что это? Это скорее современное искусство, нежели археология, по крайней мере, в нашем контексте.
Он, конечно, красивый, но не думаешь ли ты, что он великоват, чтобы тащить его домой на себе? Друг, не мешай девушке работать. Вот это и есть практическая польза искусства. Получилось. Ты ранена? Я в порядке. Не хотелось бы повторять это. Тебе не следовало сюда приходить. Это мои владения, а не одна из твоих тухлых гробниц. Расскажи мне о мече, Такамото. Что насчет меча? Почему он так интересует вас, мисс Крофт? Дай мне взглянуть на него, и я скажу. Твоя настойчивость убьет тебя. Ловим его. Проявила неуважение ко мне. Ты ворвалась в мой дом. Ты убила моих людей. Я упростила твои платежи, а теперь я позабочусь и о твоей недвижимости. Ты говоришь об этом. Это самая ценная вещь в моей коллекции. Почему это? Я люблю добывать вещи, принадлежавшие мертвым англичанам. В данном случае крестоносцу. Некоторые поговаривают, что этот вояка был одним из рыцарей короля Артура. Не знаю, где этот идиот нашел артефакт, но он гораздо древнее 11-го столетия, когда вы ютились в хижинах из глины. И поэтому ты готов скорее умереть, чем расстаться с ним? Нет. Вот поэтому! Тебе не повезет.
твою глупость. Проси пощады. Я удовлетворил твое любопытство. Тебе умереть. Ты поплатишься за свою глупость. Что же ты скажешь теперь? Ты поплатишься за свою глупость. Ты зря сюда пришла. Ты поплатишься за свою глупость! Ты поплатишься за свою глупость! Твои движения не уверены! Не понимаешь, Лара? Артефакт мой! Не понимаешь, Лара? Артефакт мой! Твои движения не уверены! Что же ты скажешь теперь? Твои движения неуверенные. Возьми то, зачем пришла. Твои движения... Убийца, гори в аду. Ну вот и все. Ты видела, на что он способен? Да, Алистар, я видела. Вертолет Нисимуры ждет тебя снаружи. Отлично. Скажи ему, что он мой новый любимчик. Благодарю вас, Нисимура-сан. Я очень рада видеть вас здесь. Я тоже рад, что все в порядке. Что с Такамото? Где он? Зависит от того, как он себя вел при жизни. Кстати, у меня есть кое-какие сведения о Джеймсе Ратланде. Не хочешь посетить Ганну? Безусловно. Африка — один из моих любимых континентов.